Привет! Вы на канале Брошоу. И сегодня мы снимаем ответы на вопросы. Всем привет! Так, ну что? Самый популярный вопрос, который нам больше всего задают и в каждом видео, это откуда мы? Всем привет! Мы из Бреста. Это Беларусь. Это Беларусь. Я это рядом с Польшей. Это Ой. Такой городок. 343 тысячи у нас было на первое число, 1 января 2017 года. Вот, пару слов о Бресте. Ну что, маленький уютный город, западный город Республики Беларусь. Ну не такой-то и маленький, это районный город. Ворота в Европу, как еще нас называют. Город Брест у нас город-герой, все, наверное, слышали про Брестскую крепость-герой. Вот, картинки сейчас можете посмотреть, небольшие зарисовки. Это, наверное, самое популярное у нас место. Недалеко от Бреста, еще всем известно, находится Белорежская пуща. Еще один вопрос, на который вы все хотите получить ответ, это сколько же лет Саше и Арсению? Саш, сколько тебе лет? 9. Саше нашему 9 лет, он родился в мае 2008 года. А Арсений, сколько тебе? 7. 7, 7 с половиной. Он апрель 2010 года рождения. Ну, про нас с папой уже говорить не будем. Чуть-чуть за 30. Следующий вопрос. В каком классе учатся Саша и Арсений? Мальчишки, отвечайте. В четвертом. Сашка учится в четвертом классе, Арсений? Во втором. Арсений во втором. Да, Саша в четвертом А, Арсений во втором А классе. Школы, обычная общеобразовательная школа города Бреста. Вот вы можете посмотреть на их школу. А вот эта Нерферша, она нигде не учится. Ей 2 года, она домохозяйка. Домохозяйка? Да. Она помогает маме. Она помогает разбрасывать, а мама все убирает за ней. Вот такая помощница. Да, без этого никуда. Фокси Гёл пишет, скажите, а какой нерф любимый у Арсения, у Саши, мамы и у папы? Ну что, давайте. Арсений, ну давай с тебя начнем. Все сразу смотрят, у нас там стена нерфов, выбирают свой любимый нерф. Я уже выбрала. Так, мой любимый это... Так... 2017 года. А какой? Новый. Регулятор? Да. Регулятор. Ну неси тогда его, покажем всем. Кто-то может не помнит. Арсений любимый нерф. Регулятор этого года. Модулус, серия Модулус. Ну классная штука. Арсений маленький, а он самый большой. Держи. Мой самый любимый. Гиперфайр, ну из него обойму забрали. Мама его вон себе в Raptor Strike взяла. У меня Гиперфайр. Элит. Удобный, удобно держать, стреляет классно, быстро, мощно. Вот это вот мой любимый. Итак, Санька любимый. Серия Doomlands. Nerf Judge. Он просто очень внушительный. Да. И, если вы смотрели наше вчерашнее видео, маме он просто очень понравился. Это вот, буквально недавно он у нас появился. Raptor Strike. Она в него сразу такую здоровую обойму вставила на 25 пулек, потому что оригинальная на 6. И вчера мне давала жару. Да. Вот такие наши любимые нерфы. Ну что, переходим к следующему вопросу. Да. Следующий вопрос. Внимание. Александр Кожнев спрашивает. Брошоу, каково вам быть видеоблогерами? Ну что, рассказывайте, мальчишки. Это классно, очень интересно, и каждый день что-то новенькое, или через день. Да, когда съемки, тогда что-то новенькое. Саш, тебе как быть видеоблогером? Точно так же, и общаться с подписчиками. И общаться с подписчиками. Ну да, знаете, если честно, даже для меня очень интересно это общение. Общение с нашими подписчиками, переписка. Мы где-то через видео обращение к вам обращаемся, вы нам ответ даете, где-то наоборот. Очень интересно. А вообще, знаете, я сказала бы так, это украшает нашу жизнь, немножко делает ее разнообразной. Мы в каком-то творческом всегда поиске, процессе, съемках.
едем куда-то, тоже снимаем, всегда камера с нами. Саш, правда? Это так? Да. Это очень интересно. Я права? Да. Папа, тебе как? Да, нормально. Папе нашему. Нормально. Мама. Я вот, вы когда говорили, я вспомнил, тут этого вопроса не будет, он где-то в другом видео задавали, какой самый момент вот за последний год мне больше всего запомнился из всех видео, которые мы снимали. Конечно, это был момент, когда на 1 сентября мы снимали ролик, когда Арсений пришел с подбитым глазом. Посмотрите. Или что? Не, подожди, у него не было подбитого глаза. Был подбитый глаз со школы, когда, после линейки. Я за счет лупа. Когда Арсений пришел, и когда он заходил в дверь, и хотел зайти, наверное, как-то по-пижонски или громко хлопнуть дверью, короче, за дверь затянулся, споткнулся и зарылся. Я просто с этого момента, я потом ржал. Когда я монтировала видео, мы раз 20 я его вспоминал еще потом целый месяц. Я просто вот видел вот этот момент. Я просто вот да, тут у нас просто катался по полу. Посмотрите, посмотрите это видео, где Арсений с подбитым глазом. Это где-то в сентябре это видео выходило. Момент падения. Мама, а еще иногда подписчики на улице нас узнают. Да, кстати, вот это тоже интересно в работе видеоблогинга, правда? Да, мы шли тебя забирать с польского языка, и у нас подписчик встретился. И такое бывает, да, и очень часто мы встречали. Вот мы были на отдыхе, мальчик был тоже, да, играли да. Мы в нёрф вместе с ним. И в аквапарке встречали, ну, очень много. Даже за границей, вот мы были в Венгрии, и там даже встречали наших подписчиков. Так что мы растем как канал, мы вас больше, мы чаще встречаемся. Так, сколько стоит регулятор? Это вопрос к папе. Папа, сколько стоит регулятор? Регулятор нам обошелся, он как только появился. Кстати, регулятор мы покупали в Польше. И он нам обошелся тогда 400 злотых. Это в районе 100 долларов, если на российский, ну я не знаю, как там другим перевести. В белорусских это 200 рублей, в долларах 100 долларов, в польских стоил 400 злотых. А в России, наверное, курс доллара 60, значит, это где-то 6 тысяч российских рублей. Да, где-то так. Так, еще там было много вопросов, где мы покупаем нёрфы, понимаете? Тут все по-разному. Некоторые нёрфы там детям дарили бабушки, крестные. Некоторые просто мы просто покупали. Как вы некоторые видео рассмотрели, значит... Мы с детьми спорили, там, если я проигрывал спор, значит, я просто сам выбирал им нёрф, покупал. Допустим, Мастодон Арсению мы дарили на день рождения. Центурион мне на день рождения. Центурион Саше дарили на день рождения. Поэтому как бы так по одному, смотришь, а за целый год их насобиралась целая стена уже, просто. Циклон Шок Дед Мороз подарил. Да, я заказывал в школе, подари мне, пожалуйста, пистолет с пульками. Да. Циклон. Вот, кстати, когда про Циклон Шок Саша сказал, я вспомнил вопрос, тоже он тут его в этих комментариях нету, как мы начали снимать видео. Это, мама, к тебе вопрос. Ну, как это было, Санька? Помнишь, это было, насколько я помню, год назад, в начале ноября месяца. Да. Мальчишки наши смотрели YouTube, любители большие YouTube. И спросили меня, мам, а мы можем снимать, как другие блогеры, тоже свои влоги? Я сказала, ну почему нет, давайте попробуем. Так как я в декретном отпуске с Софией, время позволяет. И мы сняли наши первые, потом 10-е, потом... 30-е, 50-е видео, вот так мы выросли до 100 тысяч. Уже у нас 110 тысяч подписчиков. Да. Нам это нравится? Да. Большая семейка спрашивает, кто из мальчишек лучше в школе? Я. Давайте на этот вопрос отвечу я. У нас в Беларуси 10-бальная система. Средняя оценка у Саши это... Самая низкая, да, это 6, это, ну, уже ниже у него не бывает, да. Да, уже нету. 6 это 4, как в России, у нас 10-бальная десятка, но десятки редко у него. То есть в основном 7, 8, 9. Да. У Арсения пока оценки не ставят, так как у нас 1-2 класс без оценок, да. Но молодцы,
у них учительница наклеивает дневник. Молодец, встречаются часто. И нет домашнего задания иногда. Ну, это очень редко, а так всегда есть. Елена Строченова спрашивает, какой у нас из всей нашей коллекции нерф лучше? Пап, давай ты. Я как что, больше всех с ними со всеми общался? Да. Я скажу так, это такой вопрос индивидуальный. Все смотрят на стену с нерфами, выбирают. Да. Ну, то есть, если мы хотим где-то там на улице поиграть в нерф, то это, конечно, будут лучше такая серия элитовская, механическая, да. Если на улице нерф Rampage. Мне очень нравится Vagabond на улице. Просто да, перезаряжать Vagabond, и легкий, бегать с ним. То есть, ну... Саше, допустим, наверное, что-то другое нравится. Дабл дилер, туда можно и обойму и прицел вот. Присоединить. Обоймы две большие на 50 патронов. Кстати, ребята, Думланс – это мамин нерф Vagabond. Да, Vagabond, между прочим, это и правда мой нерф. Мамин первый нерф. Это мне его папа подарил защищаться от мальчишек. Ха-ха. Если они не слушают, то их воспитывать именно нерфом. Это правда. Так. В каком городе вы живете, уже этот вопрос мы отвечали. Где вы живете? Сколько лет Софике, маме, папе, Саше и Арсению? Единственное, мы не ответили, наверное, сколько Софии. Или говорили? Софике я говорил, Софике 2 годика. 2 годика, так. А маме, папе? Больше 30. Чуть-чуть больше 30. Маме 30. Чуть-чуть больше 30. Да. А когда будет конкурс? Кстати, вот, к теме конкурса. Значит, мы в предыдущих видео говорили, что мы конкурс разыграем сразу, как любое наше видео, последующее наберет 5000 лайков. Ну, поскольку ни одно из них не набрало, и чтобы не оставлять вас без розыгрыша к Новому году, давайте договоримся так. В любом из следующих наших видео на канале Бро Шоу я скажу, что, ребята, начинается конкурс. С этого видео мы будем ждать 5 дней, комментарий, и сразу потом проведем конкурс. Но основное условие, комментарии вы будете писать на нашем новом канале Nerf Bros Show. Ссылочка, тогда, когда я объявлю конкурс, будет внизу под этим видео. Такая синенькая, на нее нажимаете, переходите вот на то видео или на наш канал, которая будет в тот же день там опубликована, и там пишите комментарий, чтобы вы потом не обижались. Только под тем видео, только с того видео мы будем брать комментарии, и это будет опять же рандомно компьютерная программа. Поэтому не обижайтесь, смотрите видео. И подписывайтесь, на новый канал. И что дальше идем? Сколько у вас нерфов? Сейчас посчитаем. Ну что, будем считать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 нерфа. Так, 23 нерфа, а 2 еще уже заказано. Да, еще 2 придут. Так что смотрите, какие. Один, кстати, вообще такой, я его не видел, прикольный. Из серии Doomlands. Новенький, да? Ну, он недавно появился только на сайте. Вот я его нашел, я его сразу заказал. Ну и мы собираемся в ближайшее время купить, просто протестировать. Ну, нам самим интересно и пацанам интересно. Нерф-машинки. Что же не сделал нерф такой, вот где запускать эти машинки? Просто хотим посмотреть. Наверное, две серии их купим сразу. Ну, можно купить, посмотреть, потому что это такое. Вы что, одна одному, вторая другому. Потому что если купить одну, то будет нерф-война. Турбо-медведь спрашивает. Сколько же все-таки лет нашему папе? И вторая часть вопроса. Арсений, ты матерился? Папа, отвечай на этот вопрос. Я 1982 года рождения. А Арсений иногда может загнуть словечко. Конечно, в кадр оно не попадает, но если где-то при мне, то он сразу вот так хлоп, и потом ходит красный. Нет, у нас в семье материться нельзя.
Поэтому бывает иногда пишут, что где-то наш папа, можно сказать какое-нибудь такое, ну, не совсем красивое, не совсем литературное слово, но мата у нас в семье не допускаются, ребята. Ребята, это вопрос исключительно к вам. Какой у вас клан в Крылеш-Рояле? Клан называется Брошоу. Брошоу так и называется русскими буквами? Да. Да. Русскими, да? С маленькой, все. Брошоу. Ну да. Да. А, еще, ребята, я хочу сказать, смотрите, если кто-то из вас где-то писал плохой комментарий, то есть матное слово, еще что-то, честно, я не разбираюсь, я сразу этого пользователя просто блокирую, если вы один раз написали, а потом вы вдруг захотели участвовать в конкурсе, то просто вашего комментария не будет, потому что он уже системой будет автоматически удаляться. Почему мы так делаем? Потому что, наверное, вы слышали про ужесточение правил YouTube. Если в комментариях будут плохие матные слова, страдаем и мы, его блокируют ваши каналы, ваших пользователей, и страдаем мы. Поэтому просьба, давайте будем культурными. И мы к вам, и вы к нам. Так, Василий СДФ интересуется, ребята. Какой же все-таки наш первый нёрф? Я покажу. Давай я принесу. Какой первый нёрф? Вот это? Да, вот это наш первый нёрф. Вот этот? Вот. Пап, нет, не циклон, чтобы да? Вот этот, да. Мне крёстный его подарил. А-а-а. Из серии Думлэнс. Вот такой, он сломан. Он, да, правда, у нас не работает. Он просто износился. Это старый, ему уже, наверное, года 4 этому нёрфу. Он появился у нас давным-давно. Стреляли сначала исключительно из него, пока не появился наш второй нерф. Можно так добавить, продолжить эту тему. А вот это нерф, который первый начал сниматься. Да. Этот нерф начал первым сниматься. Вот после того, как появился у нас циклон Шок, и начали снимать видео. Именно нерф Войны. Да. И, ребята, хоть этот нерф маленький, кажется, невзрачный, но он, правда, по выносливости и по меткости, и по всем параметрам очень хорош. Мама его сама любит. Да, люблю я его, потому что он и недорогой, и каждый ребенок может себе, практически каждый родитель может позволить своему ребенку хотя бы такой. Из всех нерфов, я бы сказала, он заслуживает внимания. Так он еще и самый живучий, он у нас и в песке был, да. И валялся где-то. Кстати, вот серия Doomlands, она к песку очень невосприимчива, вернее, очень восприимчива. То есть серия Doomlands, это вот Judge, Vagabond, они все желтые, они очень боятся песка. Так что аккуратно, если где-то на пляже или еще что-то. Мы тоже так поэта как-то с ними поиграли в Нерф Войны, поснимали Нерф Войны. А потом я их разбирал, сидел, крутил, выдувал песок оттуда. Тогда они более-менее стали работать. Как у Vagabond-то такое уже один раз было, да, папа? Да. У Vagabond-то было. А когда ты пытался этот починить, ты случайно поломала одну деталь. А потому что она там была треснутая. И изношена. Да. У нас, кстати, есть видео про этот, как мы пытались поремонтировать этот нерф, и у нас ничего не вышло. Да, но если одного, он сильно бьет. Ну, все нерфы, в принципе, хорошие. Так, идем дальше. Это некоторые из вас много... просят лично передать привет, но вы представляете, у нас 100 тысяч подписчиков, если хотя бы каждый десятый попросит там передать привет лично, ё-моё, это может быть мы будем делать потом, я думаю, мы будем включать прямые эфиры где-нибудь после Нового года, освоим эту технологию, тогда да, там в прямом эфире можно будет идти бегущая строка с комментариями, будем передавать. А пока давайте мы просто дружно всем нашим подписчикам передаем огромный привет, спасибо за то, что вы нас смотрите. Поддерживайте, мы вас всех любим и видео снимаем исключительно для вас. Всем привет, ребята! Привет! Привет! Еще вопрос от нашего подписчика. Какие мы каналы ютубовские любим смотреть? Ну что, Арсень, давай с тебя. Мы с Сашей очень любим играть в Clash Royale, так что смотрим канал Базю, да, Саш? Ага. Базя Геймс. Они смотрят Базю. Папа, что смотришь ты? А я выбираю, куда мы будем ездить там в следующем году, в ближайшее время. Поэтому мне нравится канал Александра Кондрашова. Я на него подписан, про путешествия. Он ездит везде, везде снимает видео, дает советы, комментарии по поводу поездок. Поэтому я смотрю этот канал, ну, чаще всего. Мама, ты какой канал больше всего любишь?
А я очень много люблю. Мне выделить какой-то один очень сложно. Я и девчонок люблю посмотреть, там и про макияж, и про моду, и песенки люблю новые посмотреть, и всякие топы. Так один, чтобы выделить, но сложно, сложно. Люблю канал своей сестры РНБ. Между прочим, правда, у нас тетя снимает юмористический канал, называется РНБ. У нас в конечных заставках вы можете увидеть ее плейлист, посмотрите. Да. Тоже очень интересно. Классно снимает. Ну, ребята, там, все... кстати, скоро новое видео с нашим вот... С Арсением. Арсением. И еще подписчики интересуются, почему у нашей Софийки нету канала. Ну, пап, отвечай. Да. Значит, ну, вы же все знаете, что вот, да, YouTube ужесточил правила, никого при этом не поставив в известность. Ну, и получается, вот Софийкин канал, назовем это, попал под раздачу. Поэтому мы еще сейчас там пытаемся, чтобы Софийн канал разблокировали. Но если не получится, значит, мы Софунье Шалунье создадим новый канал. Ну а вам, ребята, кто был на нее подписан, просто в следующих видео, когда создадим канал, мы просто сообщим, чтобы вы Софийку поддержали, потому что маленькая наша нерферша так любит сниматься. Она даже начинала сегодня с нами сниматься, но уже устала и побежала смотреть свои мультики. Поэтому, когда канал создадим, просто ссылочку кинем, кто был подписан, сможете назад подписаться на ее интересные видосики. Кстати, там теперь будут чаще сниматься и Саша, и Арсений. Да. Ребята, надеемся, ну, с большего мы ответили на все ваши вопросы. Давайте такие встречи там будем, ну, раз в 3 месяца проводить. То есть задавайте ваши вопросы, какие у вас новые возникают. Если будут такие же самые вопросы, просто смотрите это видео. На новые вопросы, когда их насобирается масса там, мы, значит, снимем еще одно видео и ответим на ваши новые вопросы. Да, ребята. Да, ну всем что? Пока-пока. Подписывайтесь пока-пока. На наш новый канал. Там тоже выходят новые видосы, которые нет на этом канале. Ну а после этого видео смотрите внимательно все последующие. В одном из них будут условия нового конкурса. Да. И будет старт конкурса в том видео, в котором я об этом сообщу. Все, всем пока. Пока-пока.